Всем привет! С вами Елена, и вы на канале Мир Орхидей. Я вернулась. Сегодня хочу снять для вас видео. Не знаю, если честно, вот снимать начала. Выйдет ли видео это в эфир или нет, я не знаю. О, тут красотка пришла, помощница. Я решила вам показать орхидейки, а она решила еще и показаться вам. Луна, ты что, мне пришла помогать? Поддержать меня, скажем так? Ой, красота какая. В общем, девочки и мальчики, много-много месяцев не снимала. Не знаю, как так получилось, что перестала снимать, может быть, в связи с событиями, может быть, еще что-то. Ну, в общем, настроение куда-то ушло, снимать перестала. Каждый раз потом, когда вспоминала об этом, думаю, начать, не начать, как-то не решалась. Ну вот сегодня такое прекрасное солнечное утро, январь за окном. Луна, ну что ты тут? Январь за окном, солнечное утро, много цветущих орхидеек, есть новинки, есть сюрпризы, которые мне они преподнесли, которых я не ожидала. И вот почему-то так захотелось взять в руки камеру и показать вам эту красоту. Поэтому, если вам интересно, присаживайтесь поудобнее. Покажу вам, что на данный момент у меня цветет. Помощница тут решила умыться. Я надеюсь, она мне сейчас даст что-то снять. Да, Луна? Красотка, ты что это тут решила мне помочь, а? Вот такая вот красота. Ну что? Присаживайтесь, как уже сказала, наливайте чашку чая и посмотрим, что на данный момент цветет. Вот эта вот красотка у меня без названия, просто подписана темно-фиолетовая Big Lip. Вот такая красота цветет на два цветоносика. Следующая цветущая красота — это Ирен Добкин. Боже мой, девочки, так долго не снимала, что боюсь теперь позабывать. И так память была не шикарная, а теперь еще долго не снимала, боюсь, правильно ли вспомню, как называются мои красоточки. Ирен Добкин, покупала в июле 2019 году. Вот такая вот красота. Боже, еще такое солнышко у нас сегодня январское. Как не заснять такую красоту? Даже просто для себя на память запечатлеть. Вот такая красота. Все бутончики уже раскрыла, да, уже все. Вот такая вот красоточка. В этом году у меня многие орхидейки стоят неподвязанные цветоносы. И это, в принципе, то неплохо. Посмотрите, какой все равно красивый цветоносик получился. Вот такая красота. Извините, если будет дребезжать камера. Давно не снимала. Вот такая красота. Следующую покажу вот такую красоточку. Фокус почему-то не ловится. Вот такая красота. Она у меня идет под названием Chia Shing Tender. Но я так понимаю, это не ее название. Мне девочки как-то подсказывали, как ее зовут. Но я не записала. Семен Семенович называется. Вот так вот. Вот такая вот нежная розовенькая с яркой серединкой. Очень красивая орхидеюшка. Просто неописуемая красота. Вот такая. Всего на два цветочка. Почему-то цветонос в этом году намного выше, длиннее, но всего на два цветочка. Не выдает она большой каскад. Хотя, думаю, цветет она у меня уже третий или четвертый даже раз. Мне кажется, уже четвертый. Куплена в 2019 году в размере 1,7. А цветет уже четвертый раз.
В общем, цветет каждое цветение. Вот весна, осень цветет каждый раз. Цветунья хорошая. Много цветов не выдает, но стабильно все равно выдает цветонос и цветет. Хорошая орхидеюшка, красивая. Такая красота. В этом году порадовала меня орхидеюшка Будапешт. Вот такая вот полосатая красотища. Просто неописуемо. Я не знаю, как описать эту красоту. Вроде бы и простая, но настолько завораживает. Очень довольна, что она у меня появилась. Вот такая красота. Шикарная орхидешка. Еще не все цветочки распустила, но в скором времени это случится. Не цвела она у меня, девочки, 3 года. Вот такая красота. Шикарная орхидешка. В нее невозможно не влюбиться. Посмотрите, какие четкие линии. Как вообще природа создает такую идеальную красоту. А кошка Луна к нам снова пришла. Никак она не может. Сегодня прямо она мне хочет помогать, помогать. Да, Луна? Вот такая красота. Посажена в двойной горшок карты, не дает мне показать. Вот процвела она у меня, потом я ее пересадила, и с тех пор она 3 года у меня не цвела. В чем была причина, не знаю, то ли не могла адаптироваться, то ли что. Луна, ты мне камеру толкаешь. Не могла орхидеюшка адаптироваться. И вот в этом году она меня наконец-то порадовала. Вот такая красотища. Следующая композиция вот такая, из 3 цветочков. Эта помощница не хочет никак уходить от меня. Гоню ее, гоню, а она все равно запрыгивает. Не хочет она уходить. Хулиганка такая. Посмотрите, еще и тулится к цветам. Ты посмотри на нее. Вот так хочу показать вам 2 орхидеюшки, которые процвели всего по одному цветочку, но я все равно им рада. Вот эта вот орхидеюшка мукала, она вот процвела на ответвление, выпустила и дала один цветочек. А эта орхидеюшка деточка. Деточка от орхидейки моей Чармер. Я ее получала в размере 1,7 в 2019 году. Потом она у меня 1 или 2 раза цвела. А потом в один прекрасный момент я обратила на нее, подошла к окну и увидела, что она просто пожелтела и просто все поотваливались листья. Остался один пенечек. Луна, да что ж такое? Остался один пенечек. Я этот пенечек не выбросила. И он мне дал вот такую прекрасную детку. Посмотрите на это чудо. И эта детка разоцвела. Вот такая вот красота. Может быть, кто-то скажет, не надо было ей давать цвести, маленькая слишком. Ну, если она захотела, почему нет? Пусть цветет. Вообще даже не думала, что она у меня останется, эта орхидея. Когда увидела, что она пропала, я не думала, что такой маленький пенечек, она была небольшая еще. Она сама еще, можно сказать, была детка, да, в 2019 году я получила в размере 1,7. И когда она пропала, я не думала, что такая маленькая детка, орхидейка, даст просто еще детку. И у меня получится вырастить снова орхидея. Поэтому я очень рада и вот любуюсь такой красотой. Следующую орхидейку покажу. В этом году тоже порадовала, тоже давно-давно не цвела, наверное, 3 года точно тоже, так как и Будапешт. Эта орхидеюшка называется Денвер. Вот такая вот беляночка с еле-еле такими вот прожилками сиреневыми. Она называется Денвер. Не цвела у меня тоже очень давно. Я ее пересадила
и не подписала. И, соответственно, я забыла, как она называется, орхидейки. Численность орхидеек на подоконниках росло. И, соответственно, я уже забыла, как, кого и когда я пересадила, и как называется. И потом она не цвела, и я вообще подумала, что даже у меня орхидейка это пропала. Думала, что... Потому что все равно за год две или три... А то и пять было такое, что я теряла орхидеюшек, и я не знала, кого я потеряла. Ну вот она процвела, дала о себе знать, что она есть у меня. Теперь нужно срочно подписать, чтобы не потерять. Вот такая вот красота. Три цветочка раскрыла, оказывается, только сейчас заметила, что, оказывается, один бутончик потеряла она. Не знаю, по какой причине. Ну вот, еще три цветочка распустится. Вот такая красоточка. А еще на солнышке так в 10 раз красивее. Следующая орхидейка – это новинка. Первый раз у меня в этом году цветет вот с таким длиннющим цветоносом, но дала всего лишь 2 цветочка. Название оно есть, просто она у меня стояла неподписанная. Ну вот, знаете, деток покупала, потом пересадила и не подписала. Вот как так можно? Не подписала. Соответственно, много лет ждала и не знала, что это за орхидейку я пересадила. Вот такая вот красота. Должна цвести каскадами, я так вот вспоминаю. Очень красивыми. Но на данный момент 2 цветочка. Это ее первое цветение. Она в том году... Должна была цвести, вот она выдавала цветоносик, но этот цветоносик замер, и так я и не увидела ее цветение. А в этом году она все-таки решила мне процвести, выдала такой длиннючий цветонос, но всего на 2 цветочка. Но я все равно думаю, какая же красота, хоть и 2 цветочка, но наконец-то я увидела ее лицо. Кто это показала мне свое личико? Вот такая красота. Теперь нужно обязательно найти название и подписать. Поднять свои архивы по заказам в интернете и подписать обязательно. Вот такая красота. Следующая вот такая тоже огромная орхидеюшка. Вот эта красотка так и охраняет место, не уходит сразу. На солнышке тоже греется. Вот такая огромная следующая орхидеюшка. Ой, по-моему, Compilation, да, называется, если я не ошибаюсь. Вот такая красота. Отдавала мне ее подружка. Сколько она у нее цвела. И сколько лет она уже у меня, наверное, года 4 точно. Вот такая цветущая красотища. Посмотрите, какие крупные цветочки. Много. И еще и дала на ответвление цветонос. Вот такая вот красота. Солнышко уже хочет уйти, перепозироваться, быстро уходит, пока я тут хожу, снимаю. Вот такая красота цветет. Просто полюбуемся, ничего не хочу говорить. А что о ней сказать? Вот такая распустилась. Красотка. Просто ею любоваться и любоваться. Следующая орхидейка в компании «Это прекрасная леди». Это орхидейка у нас Magic Art. На секундочку забыла, как называется. Но быстро вспомнила. Вот такая красота. Боже мой, как тебя? Чего и не фокусируется? Вот что ж ты будешь делать? Посмотрите на это чудо. Она мне выдала сюрпризы в этом году. Посмотрите. Она решила процвести каменной розой, что ли. Посмотрите, какой цветочек выдала. Вот этот будет, скорее всего, тоже такой, потому что по нему видно, видите, темная часть какая у него.
Вот такая вот. Ты тут тоже такой же, видите? Одна сторона. А вот с этой стороны, сейчас вам покажу еще такое чудо. Посмотрите на этот цветочек. Посчитайте, сколько у него лепестков. Это ж какое-то вообще. Как тебе показать же ж? Ну, давай фокус ловись. Вот такое, посмотрите, чудо. Кракозяблик с лишними двумя еще лепестками. Вот такая вот красота. Вот, наконец-то немножко поймала солнышко. Вот видите, какой цветочек? Ну, реальная роза. Добавились лепесточки, и прям роза-роза стал. Вот такой цветочек красивый. Вот такая красота. Вот такой сюрприз мне выдала в этом году орхидеюшка. Следующая орхидейка. Вот такой шикарный биглип, который мне на день рождения подарила подружка. Не устаю им наслаждаться, любоваться. Такой шикарный цветок. Я вообще в восторге. Во-первых, крупный. Во-вторых, мои любимые биглипы. Я обожаю их. В этом году они меня радуют. Очень много биглипов у меня зацвело. Вот такая вот красота. Это цветет на два цветоноса. Один цветонос новый, один ответвление. На новом будет 6 цветочков, на ответвлении 3. Правда, смотрят в разные стороны. 2 в эту и один вот так вот полностью повернут в другую сторону. Как знаете, слеплены вот так вот непонятно как-то. Ну ничего, это очень красиво все равно. Посмотрите, какие шикарные цветки. Это просто загляденье. Это, я не знаю, это такое творение природы, чудное. Очень красивые цветы. Не устаю ими улюбоваться, не устаю. Такие красивущие. Просто хочется даже сейчас замолчать и ничего не говорить, просто любоваться. Но не знаю, поймете ли вы меня. Разделяете ли вы такое? Такая вот красота. Неописуемая. Следующая орхидейка. Тоже биглип. Эта радость цветет первый раз у меня. Это первое ее домашнее цветение. Покупала, даже если честно, не помню в каком году. Потому что перестала вести канал и как-то перестала все вот эти вот статистику вести, когда и где я покупала. Поэтому канал все-таки тоже очень полезная вещь в том плане, что ты можешь посмотреть, вспомнить и название, и когда ты приобретала эту орхидейку. Дело в том, что сейчас посмотрела на горшочке, она вообще без наклейки, поэтому... Сейчас вам не скажу, как она называется. Только если при монтаже найду и подпишу ее название. Но мне кажется, у многих она есть, и вы ее знаете. Вот такая красотень. Цветет первый раз в моем домашнем цветении. 6 цветочков будет, 2 уже распустила. Вот такая красота. Фокус поймать крупным планом. Вот посмотрите на это чудо. Вот такая красотища. Вот такая. Ну и видео наше подходит к концу. Сейчас покажу еще одну. И все. И напоследок. Вот такая вот красивущая орхидейка. Это тоже биглипчик, но, девочки, их у меня здесь не одна, а целых 2. Вот это был для меня сюрприз. Вы представляете, что я их заказала 2 и даже не поняла об этом. Вот чем чреваты покупки через интернет нецветущих орхидей. Я настолько она мне нравилась, настолько ее хотела, что я просто забыла, что я ее заказала. И я ее заказала вновь. Вы представляете?
Видимо, я ее заказала. Она сидела, не цвела. Я забыла, вместо того, чтобы вести записи, какие и отметить, какие я хотелки свои уже приобрела. Естественно, я забыла. И я ее заказала вновь. А в этом году они вдвоем у меня выдали цветонос и распустились. Одна стояла на кухне, вторая стояла в комнате. И когда на кухне распустилась, я прыгала там чуть ли не до потолка от счастья. Думаю, боже мой, какая красота! Хоть она и маленькая на данный момент, но какая красота! Это орхидея, она просто еще детка, поэтому цветочки не крупные. И я так радовалась. И представьте мое удивление, когда через день я захожу в комнату и просто вижу, что у меня раскрылась орхидейка, и точно с такими же цветами. Я была в шоке. Думаю, как? Как так? Вот так. Теперь у меня таких две орхидейки. Ну, скорее всего, одну продам просто по весне. Вот и все. Правда, никогда этого еще не делала, не продавала никогда. Не знаю, как пользоваться сайтом Авито. Ну, ничего, как-нибудь продам. Когда-то бывает все в первый раз, научусь. Ну и одна поедет к новой хозяйке, потому что зачем мне две? У меня и так места нет на подоконниках. Хотя очень красивая. Можно было бы, может быть, сделать групповую посадку, но, если честно, не хочу. Если честно, мне не понравилось, не очень понравилось. У меня вот в групповой посадке растет, как ее называют, мукола. Ну, если честно, мне кажется, все-таки, когда в горшке один цветок, более им комфортнее там самому цветочку живется, чем когда кучей. Они растут в разные стороны и все такое. Ну, в общем, вот как-то так. Одну точно продам по весне. Ну вот, на этом видео мое подошло к концу. Кто досмотрел видео до конца, спасибо всем за внимание, спасибо вам большое. А если еще и напишите комментарий, то вдвойне спасибо будет. Комментарии очень люблю. На этом все. Батарея села. На этом все. Спасибо всем за внимание еще раз. Подписываться на канал не буду говорить, потому что не знаю, будет ли вообще дальше продолжаться съемки. Для себя, может, буду вести. Но если вам хочется, можете подписаться. Желаю всем здоровья, мирного неба над головой. Всем пока-пока. Еще увидимся.